Итак, на дворе октябрь 2021 года, и к вам в дверь позвонил переписчик. Что делать? Несколько основных правил. Первое. Смотрим на его документы, удостоверение и паспорт. Переписчик обязан их иметь при себе и показать по первому требованию. Второе. Если назвавшийся переписчиком человек просит вас показать паспорт, пенсионное удостоверение или иные документы, это не переписчик. Не отвечайте на его вопросы и вызывайте полицию. Третье. Все ответы переписчик записывает исключительно с ваших слов в электронный планшет. От вас подтверждать что-то документами не требуется. Четвертое. Если у вас нет настроя общаться с переписчиком у себя дома, всегда можно посетить переписной участок, например, в помещении МФЦ, или самостоятельно переписаться на портале госуслуг в любое удобное время. Ведь перепись теперь цифровая. И принять в ней участие можно, не вставая с домашнего кресла.